подросток 90-х. Мы первые открывали мир виртуальных героев и сюжетов, преодолевали замысловатые препятствия, накапливали жизни в удивительном мире игры, одерживая первые победы. Прошло время. Я давно не играю в компьютерные игры. Сегодня у меня другой, все такой же увлекательный, но реальный мир. Моя жизнь теперь связана с другой миссией. Я воспитатель. Перейдя на новый уровень, я по-прежнему продолжаю накапливать необходимые навыки, преодолевая препятствия, осваиваю новые рубежи, одерживаю победы. Образовательное пространство современного детского сада вполне можно сравнить с компьютерной игрой, в которой и воспитатель, и ребенок вместе проходят разные уровни сложности. В этом увлекательном, но реальном мире есть свои миссии, и свои правила, и свои герои, и своя стратегия. Итак, я в игре. Старт! Добро пожаловать в удивительный мир дошкольного детства. Ухоженные участки, уютные группы, игрушки всех мастей, современное оборудование, всевозможные гаджеты в руках у детей, разговоры о новых мультяшных героях, пытливые глаза и вопросы девчонок и мальчишек, на которые не сразу найдешь ответ. Погружаясь в этот захватывающий мир, я, конечно же, волнуюсь. Достаточно ли у меня навыков для выполнения возложенной на меня миссии? С какими препятствиями могу столкнуться? И главное, какую стратегию выбрать? На первый взгляд все просто. Я воспитываю и обучаю дошкольников. Чему учить, определяет федеральный стандарт дошкольного образования. Как учить? Вот вопрос, ответ на который так мне необходим. В моем распоряжении целый арсенал педагогических стратегий, уникальных практик, технологий, приемов. Сегодня для меня открыты широкие возможности трансляции собственного успешного опыта, возможность учиться у лучших из лучших. И все же, как обучать дошкольников? Выбранная мной стратегия – это сочетание технологий, которые приводят моих воспитанников к успешности. Информационно-коммуникационное, моделирование, проектирование, интерактивное пространство детского сада – идеальное решение. Почему бы не выйти из-за столов и не обсудить интересную тему, устроив настоящий квест, необычно и интересно. Увлечение детей компьютерными играми и гаджетами на вооружение. Главное не забывать, что игра затевается не ради игры, а для того, чтобы научиться чему-то новому. Одно из моих важных правил игры – это постоянное взаимодействие, эффективное сотрудничество с родителями, воспитанниками и коллегами. Игра в стенах детского сада для пришедшего сюда малыша закончится через 6 лет. И сегодня я вижу свою миссию в том, чтобы после финального гейм-овер накопленный арсенал заработанных бонусов и навыков помог каждому моему выпускнику стать успешным в выбранной профессии в жизни. Сегодня я на собственном примере показываю своим детям ценность личного и профессионального успеха. Я учусь новому с моими детьми, накапливаю профессиональные бонусы, одерживаю победы. Все просто. Успешный воспитатель, успешный воспитанник. Миссия выполнима!